Сегодня в Чебоксарах фильмом «Старики» режиссера Владимира Вобликова открылся 8-й международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Символично, что накануне кинофорума исполнилось 75 лет одному из главных летописцев Чувашии. Кинооператор Александр Дымич снял десятки сюжетов о буднях республики, ее достопримечательностях и героях. Примерно так начинаются большинство документальных фильмов того периода. С 1962 года, когда Александр Дымич, уроженец Праги, стал начальником чувашского корреспондентского пункта казанской студии «Кинохроники», он писал киноисторию своей новой родины. Человек с киноаппаратом объездил все районы и заглянул во все уголки, принял участие во всех событиях. Строительство промышленных гигантов и Чебоксарской ГЭС, встреча космонавта Андрияна Николаева и открытие монумента славы, дорожное строительство и развитие социальной сферы, альманах на Волге широкой, лучшее наглядное пособие по истории родного края, сотни метров пленки, особо ценные фонды архива электронной и кинодокументации, уникальные исторические источники, которые оставил нам Александр Дымич.